Ой, Вовка, смотри, как будто бы этот маленький Джа передо мной растет гидропоника. Тут прям я носом в ней. Красиво. А там еще какие-то ягодки, ёшкин кот, это же какая-то, слушай, как это, черника и голубика, не пизд. Американская карта растет на наркота, и Паша только резнулся, и уже все. Паша обдолбался. Mm-hmm. Сейчас перевернется на ровном месте, и как бы ничто его не спасет. Интересно, наш Е-71, ой, Т-71ДА будет балбесом вместе с пястиком или нормальным пацаном? Хотя балбесом, он без камуфляжа играет, стопудово там никаких Относись к людям заведомо хреново. Я заведомо хреново с ним, к ним отношусь, потому что мне нужно понять, куда мне ехать. Светить или стрелять нужно в этом бою? Светить, понял. Один не АФК, другой поехал в ненужную сторону. Блин, плохие ЛТ в команде, это такая обуза. Это хуже, чем просто танк, который не играет. Это танк, который мешает, а у них при этом танки, которые делают вещи. Сустанин чуть не утонул просто. Вот эту речку сделали. Говнянка. Это твой, да? Да, мой. Рикошет. И чё он? Его скрыла лобковая волосня, сейчас появится. Ну там поросли какая-то в болоте растет, и она его скрыла. А у них в команде ЛТ такие же дебилы. Да как он проехал нахрен? Чё за магия? Самозатопление союзника. Ну смотри-ка. Ну вот, это моя команда на ЛТ. Тупо классика. Жойство. Ну, рикошет, да, не без этого. Сейчас CDC так страшно ни разу не было. Там М4 А3Е2 на фугасницу. CDC никогда так не было страшно. Я не пробиваю. Так, ПТ-ки на базе. Накладываю. Кумулятивщики поганые. Ну. Вовка, ну. Жаль. Мне кажется, тебе пора стрелять. Я стреляю, ты думаешь, я стою свечу тут. Некому светить. Они все вон поумирали, поздыхали. О. Упс. Куда пошел, ангар, беги. Два выстрела, два крита. Сейчас Шкоду, если найду, с ней расквитаемся. Да иди! Твою. Чуть World of Tanks не вмешался в мой процесс. На нулевой линии Hellcat и ВЗшка 8-го. Угу. Бегу со всех ног, куда уж. Хеллкэт твой, вроде как. И шкодил. Мстюн просто. Чего? ВЗшка? А, она выперлась, я тут не так стою. Я тут восьмерки катаюсь.
удачу. Сзади, армян. Угу. Снайпер, 1001 грамм. У нас так башню он еще. КВ-2. Его КВ-2 убил. Ничего себе, как он пробил 44. Сверху вниз просто. Там справа будет выперлось как-то. Ну, блин, хоть разорвись, там его не и все на свете. Ой, выезжай, золотко бортом, пожалуйста. Уходим, уходим, уходим. Уже времена лучше не наступят. Блин, жалко, я 25 нет. Так. О, кони. Да и посидел. Ну чё, серьезно что? Посидел. Да как я свечусь-то, я? КВ-2 какой-то, слушай, просто вышел с вертухи, поржу. Плюнул, да, и насрал в душу. Слушай, ну это самый-самый клевый КВ-2, который бывает. Он так и должен играть. Но не так вот, ну, тем не менее. Не, Оксана не твоя. Подник на 141. Оксана не твоя. Возможно, он с кем-то Оксану пытался делить. Возможно, он бесится. Как говорится. Трассерят фугасом. Какуля. Там же эти. И как далеко она поехала? Обратно, да, поедешь, не? Короче, у Какули своя игра. Ладно, не буду мешать, пойду других искать. ВЗшка, вероятно, взяла и собралась убивать наших ПЖД. Есть подозрение, что она где-то сейчас будет стрелять справа. Ага, да, так и вышло. Не-не-не, она все, она на базе. Так что, наверное, можешь размотать хелк этого, Шкода. Я получу от хелка это по спине, это будет минус 240. Ну, это у тебя 830. Я могу сейчас его на черчилей выгнать. Ну, а мне сломали наводчика из-за имя хода. Плохая была мысль. Командиры это еще хуже. Ну. Командиры же дают процент всем, ко всем бонусам. Короче, я это заболел. Ну, да. Все хп отдалось. Ухожу это лечить. О, господи. Пойду лечиться. А, эти поехали. Ну, блин, на кто им запрещал-то ехать? Бои напряжные все такие. Вроде бы быстро должно. А как еще-то? Прошли те времена, когда ты уже весело роняя кал. Играл это все. Ты его. А как его? У меня еще 13 секунд до ремки. Ну-ка, там пыль вылетает. А он все уехал. У меня обзора нет. Сейчас.
тебя будет через секунду? Оп, Зола. Один хп. У него один хп? Это... А, я светился, у меня командира не было в этот момент. А, я понял. Да, я думаю, да. Лампа не загорелась, окей. Лампа не горит только потому, что... Блин, я обманула игра своими этими механиками, которые хрен поймешь. А я думал, не светился. Типичный World of Tanks. С одним хп и челик, нормально. А, так я 4200 напихал урончик, то я думал, было больше. В смысле, меньше. Там блайндов залетел. Да, хороший был бы, хороший. Даже при поражении 1000 опыта. Напихал чисто. Да. Продолжим. Враг обнаружен.